настроение бодрое. Первым шествуют музыканты муниципального духового оркестра, затем волонтеры и другие коллективы нашего города. Май, мир, труд! С 1 мая! Ура! Уважаемые земляки, вот за моей спиной сейчас формируются колонны. Мы соскучились по массовому проведению мероприятий. Я искренне поздравляю вас с Днем весны и труда. Желаю здоровья вам и вашим семьям и мирного неба над нашим с вами головой. Я уверен, что сегодняшний день пройдет в полной солидарности всех трудящихся, потому что Новоуральск – это город труженик, это город трудовой доблести. С праздником, дорогие земляки! Настроение отличное. Несколько лет с началом пандемии культурно-массовые мероприятия и праздники практически не отмечались в формате живого общения. Горожане целыми семьями, с удовольствием, вооружившись символикой своих предприятий, воздушными шарами и хорошим настроением, прошли в колоннах по главной площади Новоуральска. Настроение отличное, погода замечательная. Всех с праздником, 1 мая, мир, труд, май. Мы так давно этого ждали, каждый год ходили на этот праздник. Замечательно, настроение поднимается. А когда приходят с детьми, это вообще большой праздник. Дети приучаются к этому, патриотическое воспитание идет. Мы трудящиеся, поэтому мы всегда активны. Какое у вас настроение? Настроение веселое. Нас сегодня будет 70 человек. Хочу всех поздравить с этим праздником. Сказать, что любой праздник, который мы демонстрируем все совместно, говорит о мощи нашей Родины. Желаю всем счастья, здоровья, успехов и хорошо отметить сегодняшний праздник. Ура! Я поздравляю жителей города с 1 мая, желаю всего хорошего, самое главное – здоровья. Наконец-то праздник настоящий, все вместе, дружно, колонны, труд наших предприятий, очень здорово. Очень поздравляю всех искренне с праздником, желаю хороших праздников выходных, хорошего настроения. Праздник нас всех объединяет, это праздник весны, солидарности людей, хорошего настроения, крепкого плеча, молодости, весны. Первомай – весенний праздник, который уже более 130 лет есть в календаре многих стран. Назывался он по-разному – День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День интернационала. В истории нашей страны праздничная традиция пришла еще в 1890 году. Именно тогда в Варшаве пролетариат Российской империи впервые отметил 1 мая. Теперь это главный праздник профсоюзов. С Международным днем солидарности трудящихся, с праздником весны и труда, с праздником единения, солидарности, трудовых успехов, коллективов и трудовых личных успехов. С праздником, дорогие новоуральцы, с 1 мая! Мы дождались этого дня, прошли разные ограничения, и мы снова вместе. Здорово, сегодня мы здесь видим новых участников нашего движения. У людей есть желание встречаться, объединяться, радоваться. Это прекрасно. С праздником, с 1 мая! Когда мы начинаем говорить о патриотизме и так далее, вот посмотрите на эти колонны, вот это и есть патриотизм. Причем где-то есть чем сравнивать. Значит, даже когда был коротенький период, когда мы не выходили на первомайскую демонстрацию, люди соскучились и первый раз после этого пошли. И вот еще одно воспоминание. Хоть в советское время, хоть в новое время, праздничная первомайская демонстрация в Новоуральске длится час, час, пять минут.
Это о чем-то говорит? С особым чувством встречают праздник ветераны. Для них это память о великом прошлом нашей страны, о традиции единения и чувстве гордости за родину, за страну. Это праздник для всех нас, особенно для людей в возрасте. Вы знаете, первомайская демонстрация и за ней 9 мая – это два таких исторически сложившихся праздника нашей страны. А мы, Россия, особенно сегодня в этом нуждаемся. Особенно, вот, чтобы поддержать нашего президента в его сегодняшней серьезнейшей работе, чтобы поддержать наших ребят, которые там за нас сейчас бьются. Дорогие горожане, примите искренние поздравления с первомайским праздником и праздником весны. Здоровья, благополучия, успехов, счастья, всего самого доброго и, конечно, мирного неба над головой. С праздником, дорогие мои! Мы же то поколение, которые были молодые, когда все были счастливы, радостные. Сейчас тоже, я смотрю, народ поднимается, это хорошо. Учреждения культуры – это всегда яркие, красочные, музыкальные, креативные коллективы. Еще праздник весь впереди. Еще всех ждем в парке. Замечательный концерт приготовили. Хорошая возможность встретить друзей, повидать всех, кого не видел долгое время. И вообще это хороший праздник. Мы же трудящиеся все. Вспомни детство и юность, как мы ходили на демонстрации маленькими и радовались. В колоннах и предприниматели, и учреждения образования и спорта. Вышли многие организации и предприятия сегодня на демонстрацию. Было весело, было многолюдно. Впервые были представлены ряд предприятий, предприниматели, торговые сети. И было очень, как сказать, там нам было очень приятно, радостно. И надеемся, что хорошее настроение на все праздники у нас обеспечено. Особенно бы я выразил большую благодарность Новоуральской вещательной компании, которая широко это все осветило. Большое спасибо. Многие небольшие коллективы пришли на демонстрацию впервые. Готовим для жизни, готовим для спорта. Девиз детского. Бадрова Таклюба Драйв Кидс. Настроение! Отличное, с праздником вас! Который раз первый? Первый раз идем. Ну и как, ребятам, понравилось? Класс, вообще здорово. Еще придете? Отличное настроение, будем ходить. Традиционно одну из самых представительных колонн возглавляет флагман атомной отрасли, коллектив Уральского электрохимического комбината. Это передовые производства Новоуральской промышленной площадки. О том, как встретили Первомай атомщики, расскажем далее. Мария Антонова, Николай Ларионов, Павел Сизов. Объектив «Итоги».